у меня очень скучные обои. Ничего нету, все серое. Пойду-ка я куплю себе обои. Приберегла я на недельки денежки. У меня всего-то 80 конфет. И какие мне выборы? Это только три варианта. Есть розовенькие с черненькими полосками. Есть фиолетовые, а есть зеленые. Наверное, выберу я фиолетовые. Самые дешевые. Ой, что-то скучно у меня стали обои. Ты совсем их давно не меняла. Пойду-ка куплю я себе новые, красивые, хэллоуинские обои. А, вот как раз новые хэллоуинские обои. Какие же мне купить? Тут столько много всего, да это дешевый, за 80 конфет. А вот эти прикольные, ну что-то дешевые. Вот эти ничего, пойду-ка куплю. Так есть хочется. А, какие мороженки. Только посмотрите, фисташковые, ванильные, клубничные, шоколадные, фисташковые. Какое все вкусное! Ой, смотрите, тут еще музычка играет, тут касса. А! На кассе никого нет, и в магазине тоже никого нет. Так, ладно, не буду радоваться, надо быстро взять, спилеть мороженое и убежать. Ой, вроде бы все. И меня никто не спалил, что я своровала мороженое. Чего-то захотелось мороженое. Пойду-ка куплю там за 50 долларов как раз. Недорого, совсем дешево. Кассира нет, блин, ладно, положу сюда 100 долларов. Ладно, сделаю для других. Вдруг кому-то не хватит денег. Шикарно. Все. Все же тоже хочется поесть немного мороженое. Я же не взяла. Так, возьму. И покушаем. Какая вкусняшка. Очень вкусное мороженое. Так, надо еще одно положить. И все. Скоро же Хэллоуин. Надо подарить подарок моей подружке. Лен, что все такое дорогое? За 70 рублей, за 100, за 300. Вообще за 700 есть. Как дорого все. Купил-ка я за 20 рублей свечку. Мне как раз по деньгам. Может быть что-то еще есть? О, а есть стул за 20. Ну зачем мне стул-то дарить? Наверное, свечка. Это лучше. Как раз у меня ровно 20. Все, купила. Подарю-ка я сейчас своей подружке. Так, скоро же Хэллоуин. И что же подарить моей подружке? Так,
это слишком дешево. Это вообще дешево, даже смотреть не буду. Зачем зеркальце? Кровать за 1000 всего. Качельки за 700. Но это дешево, оно очень классное. Или кровать за 1000. О, куплю это. И это. Все купила. Еще у папы денег попрошу. Целый день всего сегодня нечем заняться. Пойду-ка посплю. Что-то я выспалась, но мне так же скучно. Пойду-ка почитаю. Скучная книга. Пойду-ка покушаю. Блин, яблоко, банан и виноград остался. Съем банан последний. Как быстро я съел банан, даже не увидела, как я съел банан. Пойду-ка, что ли, прогуляюсь возле дома. Скучно. Даже телека у меня дома нет. Да что ж это такое? Что-то сегодня слишком мне скучно. Как раз у меня осталось еще 2000 долларов. И куда же мне их потратить? О, знаю, что в нашем городе есть парк страшилок. Как раз 2000 долларов. О, а вот как раз и он. Пошлите, зайдем. Что-то мне страшно. Алло, здравствуйте. Да-да-да, 2000 долларов есть. Все, спасибо. Дверь, которой, где, ну, там, где я платила. Что-то пока мне не страшно. Ребят. Это страшно. Пока что ничего нет. Ой, смотрите, это паук. Вы что со мной? Кошечки, зачем я сюда пошла? О боже. Это вообще не страшно. О, только посевать надо. Что это было? Вдруг он сейчас со мной пойдет. Он прям как будто бы телепортируется. О боже. Я вся трясусь. Ой, я куда-то упала. Что это такое? Ой, ребята! Меня это совсем пугает. А если я туда упаду? Что со мной случится? Дверь, быстрее, 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 туда! Смотрите, это было кладбище. Ну, что-то мне совсем было не страшно. Зря я только заплатила 2000 долларов. Блин, скоро же Хэллоуин. А у меня даже никакого костюма нет. Давайте посмотрим, что у меня есть.
только один единственный костюм, который я носила уже. Знаете, я его уже ношу 5-й год подряд. Ну ладно, вы только посмотрите на этот позор. И как мне в таком идти? В таком? На Хэллоуин? Вы только посмотрите, какое оно все некрасивое. Все грязное. И где мои вообще волосы? Я потеряла волосы из-за этого костюма. Что-то у меня дома совсем нет костюмов на Хэллоуин. И скоро же Хэллоуин. Поэтому надо позвонить стилисту. Алло, да-да-да. Хорошо, сейчас приду. О, стилист мне подготовил уже 5 нарядов. Пойду-ка я посмотрю, какие он мне наряды приготовил. О, а вот и все мои костюмы. Тут даже не 5, тут их больше. Но это совсем мало, у меня в гардеробе больше. Так, феечка. Да что за феечка? Это я была 5 лет назад. Это я была 9 лет назад. Это 2 года назад я была. Мумия в прошлом году. Ведьмочка, я опять не хочу быть. Киска. Но, вероятно, мне он не нравится. Кстати, это новый наряд. О, и тут новый наряд. А тут все старые. Надену-ка я вот этот новенький нарядик. О, другое дело. Уже похоже что-то на Хэллоуин.